Твой самый влюбленный кент? Блин, не знаю, бороду отращивать или нет. Но я так и так соска. Пацаны, вообще не переживайте. Жандос ага на месте. Кукешка все порешает. Братан, ты когда сына будешь назвать, подумай над вариантом Жандос. Базар, нет имя. Да я бы так же смог. Или лучше. Брат, подожди. Шеди. Я ничего, дома лежу, отдыхаю. Ты чем занимаешься? Брат, сфоткай. Много раз фоткай. Ну да ладно. Чем мы обо мне и обо мне? Давай лучше обо мне. Да не бойся. Братан, еще 5 минуточек, думаю, уже будет готово. Салам алейкум. Алейкум салам. Как тебе, братан? Пойдет? Нормально, все, сам как. Пойдет? Пойдет. Что, не достать еще? Вот уже все, 2-3 осталось. Я тогда здесь подожду. Все хорошо, братан. Ты что такой грустный? Да, с этими конченными качками зацепился в качалке. Я занимаюсь спокойно, нормально, да, они говорят, братан, ты неправильно делаешь. Я конкретно сам знаю, как надо делать. Я что думаешь, я их спокойно же вынесу? Бах-бах! Чем больше шкаф, тем громче падает. Правильно? Да, да. Вот такие баньки себе накачали. А ты же знаешь, у них, во, у меня пацаны с ними в бане мылись. Я тебя отвечаю, братан. Ходим, вообще непонятно, есть этот коронавирус, нету его. Да нет его, братан, вообще. Я лично не верю, вообще нет его. Не веришь? Если ты не веришь, зачем тогда 42 500 получил? Поху мало. Big side. No. Дух, успел, блин. А где машина? Девушка. А я там далеко парканулся, здесь мест не было просто. Здесь же 10 свободных мест стоит. А, да, я чуть не увидел, с той стороны оставил, да? Ничего страшного. Че, холастинер? Нормально. И а чё, где Лёха? А вон же стоит же он. 3 семерки ТГ. А чё, где твоя машина вообще? А вон же он. Белая, бэха. Чё, канает, да? О, Сима, салам. Меню можно? О, привет. Опять бензин закончился, а? И денег нету, ебанский, а? Что делать, а? О, обзор. Братан, ты что, бухой, что ли? Завязал, ты что, как дела? Чего отвечаешь? Нормально, сам говорю. Отлично, все. Я, короче, я поехал. Завязывай, поехал, братан. Поехал я домой. Не, ты что, завязывай, бухой. Дома ждут меня. Давай, садись. Аккуратно, пацан, давай-ка. Аккуратно. Братан, короче, пацана до Тульи Байзакова докинешь, вот двушка без дачи, хорошо? Все, Рахмет, брат, давай. Что там, сколько он? Двушку дал, да? Да. Все, как доедем, штуку вернешь. Какой сейчас год? Чего, блядь? Какой год? 20-й, бро, 20-й. Так, зомби напали уже? Не нападали. Упс, не парься, братан. Подожди, чё, бля? Нету наличных, нету у меня. Какой банк? Можешь с картой. Да у меня карты с собой нету, только перевод. 8-702. Только на юрлица. БИН 94. Ладно. Акт выполненных работ. Спасибо, с вами приятно иметь дело. Ладно. Копию надо, копию? Нет? Шопинг с родителями. Руку подними. Ну давай, раз. Походи сюда, походи. Сюда походи. Нормально? Все. Потом возьми так, нормально, нормально, хорошо? Ну, на вырез, да, на вырез. Вот так вот, дай, пожалуйста, один, да? Нормально. Yeah. Все, давай, иди быстро. Шопинг с друзьями. О, нормально. Вертушку сделай, вертушку. Нормально, стирка на ней, одним, оп, четко. Ноги зайди, ноги зайди. Да, давай. Хоп. Нормально, не? Солнце, он же пак? Не, не, нормально? Нормально, все, комфортно. Давай, берем. Данка. Что? А вот ты же родила мне 5-го ребенка.
Ну? Я тебе хочу сделать этот сюрприз. Ну, знаешь, какой сюрприз, чтобы ты немножко так с интересом его отгадала? Я тебе на спине буду писать на листочке, а ты чувствуешь, вот что я пишу, и должна тоже написать. Давай? Угадай, да, да? Угадай. Давай. Ну, давай для примера покажу тебе. Что я нарисовал? Во, правильно. Все, давай теперь я буду писать. Да. Ну? Жакуля Бентли? Ну, а сейчас что написал? Жакуля Дольче Габбана? Блин, нет, так, че... Бриллианты? Да я ничего не написал, я просто бью по спине Дана. Что написал я? Жакуля, кругосветное путешествие. Жакуля, я что, вообще не угадала? Ты на землю спустись, может, потом угадаешь. Летаешь там в обратно. Эй, братан, живот появился. Как мне убрать его? Не могу. Да нет, брат, нормально же. Смотри, какой. Вообще трудно, брат. Ну, блин, ты это, пробовал? Народные методы. Нет. Короче, сода, соль берешь, 3 раза в день полоскаешь горло, и все нормально отойдет. И что-то ни хрена твой народный метод не помог. А, ну ты это. Тогда после 6 не кушай, и все. После 6 утра не кушай. Утро? Да. Я вообще вот не ел, перестал вообще есть. Ну вот живот как был, вот как был, так и остался. Не уходит. А, тогда знаешь, надо днем с 2 до 4 2 часа под солнцем стоять. Вообще не моргать, смотреть на солнце вот так. И нормально, да? И уйдет, да? Поможет железо. Эй, я 2 часа на солнце стоял, весь загорел, ё-моё. Ты чё, гонишь, что ли, братан? А, да ну нафиг, ну, я не знаю. А, не, братан, сейчас вот дождь идет, 2 часа буквально, постой под дождем. Вообще ровно, пресс у тебя появится, отвечаю. Ну ладно, я тогда пойду, да? А ты куда? Ну как куда? На тренировку? В зал? Что было бы, если бы казах снялся в голливудском фильме? Джон Картер, я в метро. Я в метро, метро. Я в метро, Дим. Я твоя мать, не где-то сумбисен. Метро дам, метро дам. Ищек сайхал, метро дам, где-то. Ищек сайхал. Да у меня что-то помпа же полетела тут раз. Я не знаю, вот в СТОшку загнал, блин, с этим... А может, карбюратор? Да, не знаю, брат. Не, вообще сказали, что помпа. Я не знаю, чем связано. Вроде на... Какая-то погода, хубал мало, я бы даже сказал. Я с утра вышел в шортах. Почему нормально? Да нормально нет. Вроде. Я замерз, я в джинсах вышел. И сейчас обратно жара, блин, не в тему одетый, я себя чувствую. Мы же в футбол катались. Не, мы вчера играли. Вчера играли, да. А что не позвали, блин, я бы тоже поиграл бы. Да. Что тебе? Так, ты это, шампунь взяла? Взяла. А, хорошо. Что стоишь? А гель взяла, гель? Взяла, я все взяла. Мочалку все взяла, да? Мочалку, перчатку все взяла? Все взяла. А, ну все туда. Нержик, а? Я недавно родила 5-го. Иди отсюда. Все понял. Понял. Ничего надо. Алайсон, брат, как дела? Как жизнь? Там как? Да, батя, да, прет, брат, прет нормально. Че? Да, вот Лексус помнишь, может? 60? Да, да, я же продал же его. Сразу 2 геля взял, за жене я себе взял. Ох ты, ну, да. Вот квартиру помнишь, новую? По 20 миллионов, когда большая? Да, вот все, если так. Я братишка отдал же. Нифига, 120 миллионов стоит. Ты офигня же, братишка же все. Родной? Не родной, пятиродный. Ну, нормально, да, все, да, участки, да, все тоже движется, нормально, движение, короче, прет, короче. Короче. Как сам, брат? У нас так. Братан, потихоньку, короче, сложно, братан. Я машины продал, хату продал, кредит взял. Короче, сейчас тяжело, братан, вообще тяжело двигаться. Движение ноль, плохо. Ну, ничего, как ты выживет, ничего, пойдем. Ты че? А что-то, почему-то? Я же с госслужбы ушел же, братан. У нас же в Казахстане без этого невозможно двигаться. Ну, как-то двигаемся. 42 500 только теперь, да? То хрен его знает, дадут, нет, дадут.